Снежка. Всем привет, вы на канале «Мои каникулы». Сегодня я приехала к бабушке на каникулы осенние. Вот. И белый тут у нас пьет молочко. Попил уже из миски. Он сейчас отпущенный. Так-то у нас есть, там мама, папа тут, сестренка, так-то тут все есть. Просто мы его отпустили, чтобы он отдохнул маленько от ошейника. Он сейчас просто долго в террасе сидел с ошейником. Я его сейчас расчесываю. Он пошел. Еще что ли хочешь? Да, деревенский садик. Да, всем привет. И мы тут, он еще захотел. А мне эту хоть оставьте. Да. Хвост. У него, кстати, гриву уже растет. Зато поест. Спокойно. Он молоко очень сильно обожает. Обожает просто. Бам. Он очень быстро пьет. Он сейчас давно не пьет молоко. Свойские, тем более. Не покупная, а свойские. Томаска. Хороший кадр, Томаска. Скажи всем привет. Томас. Похоже, ты уже сказал просто. Да. Белый. Как свинюшка. Вылизывай теперь все. Вот это я. Тут я, короче, тут сижу. Я вам еще хочу показать шлейк, который бабушка сшила по-другому. Пронесите мне. Она сшила по-другому, потому что у него вот эта часть, короче, здесь было ему как-то неудобно. Я не буду держать. Ну вот. Тут у нас вот как зимний. На спину. На спину крепится. Здесь вот идет голова, шея, голова. Здесь лапы. Здесь вот лапы вставляются. Лапы. Здесь на грудке типа два когтя. Здесь уже на грудке, на киль. Ну, как это зимний, только он покороче. Нет, здесь вот на груди снизу. Вот это вот место на груди снизу. Так что ему ничего не режет. Ничего не это. У него все там свободно. Да. Так, ты что там засела? Засела, вот, поглядите, как он засел. На фоне цветочков со шляпкой. Цветочки у него тут, сейчас включим цветочки, вот. Ой, ярко в глаза. Он очень любит тут, зато праздник. Всем привет, главное сказал. Да, на нос. Глаза. Он у нас, кстати, подрос, и он очень взрослый стал. Так, не грызь, не надо. Он очень взрослый стал. Белый, иди сюда, белый. Белый, иди сюда. Вот он. Белый. Как спать? Спи. Спать. Сейчас он пройдет. Видишь, он сейчас ходит туда-сюда, туда-сюда. Ну, тогда. Белый, иди сюда. Белый. Так, не обращайте внимания, там вот этот шлейк зимний, он просто свис. Я уже взял. Белый, иди сюда. Ну, там лег. Он лег. Он здесь будет спать. А что, он будет отпущенный, что ли? Да, пока. Да. Граничку ночью не пойдет. Вас? Ну как он тебе... Он губу-то обычно быстро чешет, а тут как-то медленно. Ой, вот, хоть и голубые глаза показал, да? А вот теперь точно селфи с белым. Всем привет. Да, он сейчас спать собирается.
Ну, сейчас тихий час настал, сейчас ночь просто, и сейчас я тоже лягу спать. Мы просто приехали-то когда? Поздно. Поздно, да, и сейчас первый час. Ой. Второй уже. Ну да, почти второй, а я не сплю, потому что мне не хочется. Я жду молоко, чтобы заснуть. Еще надо зубы почистить. Ушки ватные. Он тут. Я вот так люблю его снимать, когда у него нос вот этот большой. Глаза человечьи. Ну и всем пока, Белый. Скажи всем пока и спокойной ночи, да. Всем спокойной ночи. И тебе, Белый.